В сентябре на сессии городского маслихата будут рассмотрены вопросы развития сельского хозяйства. В эти дни депутаты маслихата изучают положение дел в этом секторе. Совместно со специалистами сферы и представителями финансовых институтов разъясняют сельчанам условия получения поддержки по госпрограммам. Очередная встреча прошла в аульном округе Ахсуат. Такие встречи востребованы. Государством оказывается большая помощь сельскому хозяйству. Но большинство хозяйств до сих пор недопонимает эффективность госпрограмм. На встрече также сельчанам разъясняются преимущества объединения в кооперативы. Главная цель объединения – повышение их конкурентоспособности. В целях поддержки животноводства и в целом сельского хозяйства государством предоставляются многочисленные льготы. А кооперативы создаются, чтобы объединить хозяйство в одну среду, что сделает эти льготы и преимущества доступными. В аульном округе Ахсуат в этом году объединились 5 хозяйств. Кооператив «Атамикен Ахсуат» на площади 35 гектаров засеял люцерну, занимается животноводством. Сельчане с предпринимательской жилкой более активно принимают участие в госпрограммах. 11 человек получили кредиты по животноводству, земледелию. Также 6 человек получили от фонда поддержки сельского хозяйства, 5 человек от фонда «Дому». Проводим постоянно разъяснительные беседы. Еще 34 человека подали на сегодня свои заявки. На встрече поделились своим опытом и предприниматели, которые получили облегченные кредиты в рамках госпрограмм. Через Кызылординский инвестиционный фонд приобрела кредит в размере 3 миллиона тенге. И сейчас работаю над расширением своего дела. Жители смогли задать специалистам и депутатам все интересующие вопросы. Отметим, такие встречи пройдут во всех пригородных населенных пунктах. Галмжан Жумназар, Ежас Абдельда и Саша Арипов, Досхан Сатпай, телеканал «Казахстан, Кызылорда».